там бабушка уже такой кипиш засаживает. Маме, я... В смысле? Ну, что вас вот это заставляют подписывать, блин, там такой кипишняк начинается. Я им сказал, не кипишевать, техникум там в суд на них подал. Угу. Мне на учебу надо, блин. Ну да. Там просто единственная сына, там если опять уговаривать начнут, там и все. Да я знаю, там, но... Там они это, просто ребята тоже звонили, там они рассказывали им, что вот 109-й полк расформировали, там посадили многих на кого на комендатуру, кого в прокуратуру. Ну, короче, не верьте этим сказкам вообще. Сажайте. Да скажите, сажайте, везите, блин, предоставьте документы, вся фигня, да, блин. Да, ничего я подписывать не буду. Никаких бумаг, вообще ничего не подписываю. Да, да, я знаю. За это не волнуйся. Мне оно нафиг не надо, блин. Там не подпишу я ничего, никуда меня не повезут. Повезут, пизды получат, будет сидеть, блин. И будет у него ни звание не адмирал, а ниже моего петух на зоне будет. Какой? Но все равно, блин, жалко пацанов, которые подписали, дебилы, блин. Дебилы, да.